Так-то, если что, была жарища, и я в шортах со Светой выскочил купить немножко образцов ламината. Через 5 минут вышли, а мы уже плывем по колено. Это как, алё? Ах, лето! Лето! Что важное в тачке? Конечно, техническое состояние. Но обязательно второе. Чтобы можно было в любой момент сделать дискотеку. Сегодня тусим тут. Погнали. Пришли домой с пакетом. Ну и как вы думаете, кто теперь в пакете живет? Наше пакетное животное. Не может он обойти ни коробочку, ни пакетик. Все, что открыто, там поселится Марсель. Вечерняя Лисилова. И вот с этим мы живем.